Здравствуйте. Представляем котел варочный для табака на 250 литров. Сливной кран 50-й. Крышка разбирается на две половинки. Переворот через редуктор. Втурпластовые скрепки по дну, по стенкам. Котел масляный нагрев. Мощность 4 блока по 7 кВт. То есть нижний краник, средний, расширительная воронка. Включаем сетевую кнопку. Защита стоит по перегреву. То есть по превышению температуры загорится. Загорится красная лампочка по превышению температуры. Ну, здесь задаем, то есть температуру нагрева для рубашки. Это для рубашки нижней, верхней для продукта. Включаем мешалку, получается, у нас работает либо в одну сторону, либо в другую. Ну и поблочно, то есть включаем поблочно, то есть включаем нагрев тенов. То есть каждый блок включается, то есть 7, 14, 28. Ну, при достаточной температуре загорится верхний уровень. То есть повернули, поставили, включили мешалку. Все, котел готов к работе.